Всем привет. Сломанный меч «Ангел смерти». Трехмерный квест, вышедший в 2006 году и разработанный британской студией Revolution. Это четвертая часть в серии игр «Сломанный меч». Третья, предыдущая, пройдена уже на этом канале. Ссылочка в верхнем правом углу сейчас выскочила. И третью часть я считаю, ну, просто одним из лучших квестов, которые я играл. Наряду, может быть, с «Рановые дорожные приключения». А так вот, говорят, что четвертая часть, вот эта вот, она еще лучше. Типа, она еще интереснее, в ней она в три раза дольше по продолжительности, в ней больше контента и так далее. Игра, естественно, получила очень высокие оценки в игровой прессе. Меньше 8 баллов ей никто не давал, 8-8,5 обычно ее оценивали. Вот, я, к сожалению, выкинул уже распечатку, где я все оценки по журналам и цитаты сохранял, потому что я записываю спустя неделю второй раз. Потому что первый раз почему-то записалось с большими глюками. Системные требования по традиции. Windows XP и выше. Процессор Pentium 4 1,4 ГГц. 256 МБ оперативной памяти. Видеокарта со 128 МБ памяти. Не ниже уровня GeForce 6200. И 2,5 ГБ на жестком диске. Кстати, технический момент. Игра работает прекрасно на Windows 7. Дальше не проверял. Вот, но вам обязательно нужно, если у вас более двух ядер в процессоре, то есть 3-4 ядра, то вам нужно в настройках операционной системы отключить все ядра, кроме двух. То есть игра работает корректно только на одном или двух ядерном процессорах. Как это делается, все это в гугле написано. Иначе у вас будут вместо персонажей темные тени, черные тени, и будут мигать текстуры и так далее. То есть переключайтесь в двухъядерный режим. Сюжетное вступление игры. Многие ученые, которые занимались расшифровкой библейских текстов, давно выяснили, что Моисей не был простым сыном пастуха. Он был прирожденным исследователем, который с самого детства посвятил свою жизнь раскрытию тайн алхимического искусства. Несомненно, он обращался к документам, которые уже в те времена считались довольно древними. Они были редкими свидетельствами исчезнувших цивилизаций. Полагают, что среди этих документов присутствовали примитивные чертежи оружия чудовищной мощи. Моисею удалось создать его. Когда фараон отказался отпустить израильтян из Египта, Моисей применил это оружие. Последствия оказались ужасающими, и фараону пришлось уступить. Так начался исход. А оружие это было последним и самым зловещим из 10 казней египетских, и оно избирательно уничтожало египетское население, не причиняя вреда евреям. Египтяне назвали его «Ангелом смерти». Сотни лет спустя остались лишь предания о произошедшем событии. Секреты смертоносного оружия Моисея были утеряны. Во всяком случае, так считалось. Нью-Йорк. Наши дни. Бывший искатель приключений Джордж Стоббарт трудится в поте лица за узеньким столом адвокатской конторы, затерянной где-то среди полузаброшенных домов Гарлема. Прошлый год выдался очень тяжелым, так как сразу же после битвы с драконом, битва с драконом — это конец третьей части, повторюсь, пройденной на этом канале, Джордж попал в руки агентов секретных служб и многократно подвергался допросам. В конце концов, правительство объявило феномен в Гластонбери очередным проявлением массовой истерии. Джордж вернулся домой с одним только желанием — работать патентным поверенным до конца дней своих. Но его компания обанкротилась. Джорджа, как оказалось, несли в черные списки, и он не смог найти работу. В отчаянии он взялся за единственную подвернувшуюся ему работу в адвокатской конторе «Большой брат». Джордж попал на самое дно. Его новыми клиентами стали наркоманы, гангстеры и убийцы. Его новая жизнь проходила в крошечной квартирке в самой опасной части города. «Когда-нибудь я все-таки выберусь отсюда», — думал он, глядя на своих татуированных, увешанных золотом, угрожающе выглядевших... Блядь, я ничего не вижу, что тут написано. Глядя на своих татуированных, увешанных золотом и угрожающе выглядевших клиентов, надежда все еще жива. Наконец, в его офисе появилась новая клиентка, красивая, утонченная блондинка, проблемы которой Джордж решил бы с большим удовольствием. Но стоило ей начать разговор о своем ужасном положении, в офис неожиданно вломилась банда отвратительных бандитов. Так началось очередное приключение. Это было вступление к игре. Начинаем.
твою мать! Нашли его. А это кто такой? Не знаю, босс. Наверное, тут работает. Думаешь, он вооружен? Не, это офисная крыса. Все готовы? Ага. Смотри, не прокались, Тони. Спокойно, босс. Я спокоен. Ладно, ребята. Приступаем. А где же наша пицца? Пицца отменяется, пока мы не отдадим долг Морту. Забудем об этом. Эй, вкусно пахнет. У тебя гости. По делу? Надеюсь. Да, чем могу помочь? Мистер Стобарт? Это я. Слава богу. Я думала, что вас не дождусь. Сюда нелегко добраться. Мистер Стобарт, мне нужна помощь. Хотите нанять адвоката? Нет, адвокат ни к чему. Видите ли, есть люди. Они гонятся за мной. Меня хотят убить. Если они найдут меня здесь, захотят убить и вас. У меня есть один манускрипт и... видите ли, мисс... Анна-Мария. Анна-Мария, вы в адвокатской конторе. Я юрист, а вам нужна полиция. Но у меня нет времени. Леди, поверьте мне, время всегда есть. Теперь вы мне верите? Это те самые люди. Да, если мы сейчас не скроемся... Женщины всегда втягивают меня в неприятности. Послушайте. Нет времени. Нужно выбираться отсюда. Так за дверью сюда ломятся бандиты. Моя верная складная клюшка для гольфа. Символ стремления человека к совершенству. Да, патентованная складная клюшка Стобарта. Будущее гольфа в ваших руках или в кармане. Забираем, эта клюшка нам понадобится еще не раз. Моя верная складная клюшка для гольфа. Так. Старая кладовая. Не самое удачное место, чтобы спрятаться. Но больше прятаться негде. Нет, замок не сломается. Зато скоба вроде бы не такая уж крепкая. Дверь заперта. Применяем складную клюшку. И взламываем. Вы же специалист по таким делам. Нет, больше нет. Я завязал. Скажите это им. Непременно. И что нам теперь делать? Надо подумать.
Так, давайте посмотрим, что у нас в КПК записано. Там ведется наш журнал. В мой офис пришла девушка по имени Анна-Мария. Она начала рассказывать мне о неком манускрипте, как вдруг вломилась банда гангстеров и принялась взламывать дверь. Во что втянула меня эта девица? Это не самая крепкая дверь. Дверь нужно забаррикадировать. Мой старый шкаф. Бесполезная штука. Так и не удалось ее открыть. Как раз вот этим шкафом мы дверь сейчас забаррикадируем. Так, в стене, в потолке виден пролом. Нам туда. Мы можем выбраться отсюда? Не знаю. Хотите спуститься? С ума сошли? Именно. Не думаю, что мы надолго останемся вдвоем. Что вы им сделали? У меня есть манускрипт. Они хотят его заполучить. Дайте догадаюсь. В нем не стихи. В нем рассказано о месте, где спрятано сокровище. Великолепно. Мог бы сам догадаться. Он передавался в моей семье из поколения в поколение. Я начала его расшифровывать, и вот я здесь. Ну, спасибо, что втянули меня во все это. И где мы? Не знаю, я сам тут впервые. Это лифт. Странно, кто же его вызвал? Как кто? Те, кто за нами гонится? Долго я не продержусь, Джордж. Дверь бы закрылась. Хорошо, что Анна-Мария ее держит. Так, эту дверь надо подпереть клюшкой. Должно помочь. Моя клюшка удивительно многофункциональна. Спасибо. Отличная идея. Да уж, остроумно, да? Клюшка пригодилась уже второй раз, и это не последний. Будем надеяться, что оно того стоит. Стоит. Женщины всегда втягивают меня в неприятности. Так, нужно выбираться отсюда дальше. Эй, Сильвио! Помоги мне открыть дверь! Да, не очень хорошая идея. Должен быть другой путь. Будем надеяться. Так, через эту дверь мы не выйдем, там уже тоже мафиози. Управлять кнопками здесь, конечно, неудобно. То есть надо либо кликать мышкой. Решетка, закрывающая старый кондиционер. Похоже, она встроена в стену. Что-то не поддается. Нужно Анну-Марию попросить о помощи. Помоги мне снять решетку. Быстрее! Хорошо. Кондиционер загораживает большую дыру в стене. Неудивительно, что здесь такой сквозняк. Стена вокруг кондиционера крошится. Так, вытаскиваем кондиционер через эту дырку. Где был кондиционер, мы и выберемся. Только сперва нужно забрать нашу клюшечку любимую и с помощью этого кондиционера забаррикадировать лифт. Теперь кто-нибудь попробует вызвать лифт. Так, теперь можно забрать нашу клюшечку, любимую. Клюшечка-выручалочка. И в дыру в стене, где был кондиционер, выбираемся. Эта дыра ведет в переулок. Через нее вполне можно пролезть. Пойдем, тут можно вылезти. Так,
Дальше только по карнизу. И никак иначе. Вон там внизу справа, видите, мафиози ломится в дверь, через которую мы вначале хотели выйти. Здесь по лестнице наверх. Два крана. Если один из них повернуть, то получится мостик, по которому мы переберемся на крышу соседнего здания. Сбросили цепь. Черт, не могу дотянуться. Клюшечка, опять наша клюшечка поможет. Держись, Анна-Мария. Сейчас придумаю, как тебе перебраться. Нужно повернуть вот этот кран, образовав таким образом мостик. Ручка, с помощью которой можно поворачивать кран. Эй, Анна-Мария, теперь ты можешь перейти на эту сторону. Спасибо, Джордж. Главное, чтобы они не смогли пройти за нами. Вы видели, она сейчас выпрыгнула откуда-то с неба. Я и сам об этом подумал. Идем. Надолго это их не остановит. Знаешь что? Может, у нас и получится. Я тебя недооценивала. Многие совершают эту ошибку. Вас можно нанять? Смотря сколько заплатите. 10 000 сразу, еще 10, когда расшифруете манускрипт. Договорились. Один вопрос. Почему я? В манускрипте много средневековой символики. А вы ведь разбираетесь в этом, да? Можно сказать, что это моя специальность. Вы не пожалеете, мистер Стобарт. Давайте перейдем на ты. Хорошо, Джош. Но скажи мне, как мы отсюда выберемся? Я что-нибудь придумаю. Предположительно, манускрипт указывает на спрятанное сокровище. Я согласился расшифровать манускрипт Анны-Марии. После того, как она предложила мне 20 000 долларов за помощь, конечно. Все как в старые добрые времена. Что будем делать дальше? Выберемся отсюда, вот что. Хватаемся вот за этот. Как он называется? Карниз? И... Подожди там! И я как-нибудь переберусь обратно. Упала доска и повернула. Они поднялись тут! Опа, бандиты уже здесь. Вон они по крыше бегут.
Посмотрим, что здесь. Старая дверь. К ручке привязана веревка. Засов. Так, Анна-Мари, надо, чтобы она сюда перебралась. Веревку забираем. Веревка, кажется, прочная. Нужно с помощью этой двери сделать мостик, чтобы могла Анна-Мари перебраться. Значит, веревку забрали. Закрываем за собой дверь. Засовываем засов. Закрываем засовом. И вышибаем дверь. Закрыто на засов. Теперь мы в безопасности. Благодаря засову все получится. Теперь можешь перебираться ко мне. Спасибо. Отличная идея. Провода выглядят опасно. Лучше к ним не подходить. Так, пока эти провода под напряжением, мы не пройдем. Помните, когда мы карабкались по карнизу, там упала какая-то доска и хлопнула по рубильнику. Вот этот рубильник нужно. Этот рубильник нужно выключить. Эта труба проржавела насквозь. Неудивительно, что она сломалась. Похоже, так можно вырубить электричество во всем здании. Ему здорово досталось. Рубильник сам включается. Труба его здорово задела. Рубильник, видите, не выключается. Надо попросить Анну-Марию, чтобы она подержала. Подержи рубильник, хорошо? Хорошо. Так, теперь я смогу пройти там, где мне мешали наэлектризованные провода. Может быть, это выход? Заперта. Дерево разбухло. Ее не открыть. Дверь не откроется, пока перед ней ящик. Спасибо, Джош. А теперь давай выбираться отсюда. Жалюзи довольно старые, но, судя по всему, все еще прочные. Не могу поднять жалюзи. Ручка, поднимающая жалюзи. Старая, но, похоже, еще работает. Так, Черт, жалюзи упали обратно. Опять нужно попросить Анну-Марию, чтобы она подержала жалюзи. Эй, Анна-Мария, можешь помочь с ручкой? Хорошо, Джош.
Анна-Мария. Я долго не смогу их удерживать. Я здесь, Джордж. Куда теперь? В Бруклин, в мой отель. Манускрипт у меня в комнате. И как нам туда добраться? Такси! Да ладно тебе. Поразительно. Здесь же никогда такси не останавливается. Черт! Плохи дела, Тони! Ты облажался! Нет, не облажался! Может, ты и прав. Я нашел ее сумочку. Теперь мы знаем, где она остановилась. Дебил, мы и так знаем, где она остановилась. Правда, что ли? Тогда ты облажался.